На этот раз для проведения рейдовых мероприятий была выбрана Нива-3. Жильцы микрорайона недоплатили ресурсникам почти 100 тысяч рублей. В масштабе области немного, но в преддверии нового отопительного сезона у Мурманэнергосбыта каждая копейка на счету. Надо закупать мазут. А стоит он, как известно, недешево. Потребители должны понимать, что личные интересы, личные проблемы – это, конечно, очень важно, но мы несем коллективную ответственность за теплоснабжение. И если сегодня, допустим, люди не заплатят, не оплатят долги, возможно, ничего не случится, но завтра это проблемы с перебоями, это перебои в топливе. Однако слов и увещеваний не всегда бывает достаточно. Граждане продолжают копить долги. В таких случаях ресурсники обращаются в суд, взыскивают задолженности в принудительном порядке. Реакция у должников, конечно, всегда разная. Кто-то понимает, что не платил, и приходит в ОСП, проплачивает добровольно, либо уже даже не дожидаясь, смотрят на сайте, видят свои долги, приходят. Говорят, что вы быстро очень арестовываете счета. Когда, конечно, нет у должника денежных средств, то мы накладываем арест на имущество. Автотранспортное средство, бытовую технику. Специалисты Мурманэнергосбыта отмечают, ситуации у всех бывают разные. Людям готовы пойти навстречу. Погасить задолженность можно частями. Для этого необходимо оформить соответствующее соглашение. Изначально мы проводим претензионную работу, рассылаем претензии, указываем сумму задолженности потребителей по адресам, получают они в почтовых ящиках или же заказным письмом. Мы предлагаем подойти к нам и составить соглашение о реструктуризации долга. Навстречу идем абсолютно ко всем, потому что финансовое положение у многих бывает очень тяжелым. И навстречу идем ко всем потребителям. Забывчивость или нежелание платить по счетам могут обернуться самыми разными последствиями для потребителей, начиная от отключения коммунальной услуги и заканчивая арестом имущества. Кроме того, неоплаченные вовремя счета могут нарушить планы на отпуск за рубежом. Граница для должников все чаще оказывается закрытой.